Хочешь не только представлять себя кем-то, но и что-то из себя представлять? Нет времени, и все против тебя? Если есть проблемы с учебой, мы всегда поможем. Наш образовательный сервис позволит тебе стать тем, кем ты хочешь. «Автор 24. Помогаем учиться». Получи помощь от опытных преподавателей с курсовой, контрольной, рефератом или дипломом по ссылке в описании. Нам уже пора. Может, сфотографируемся тут? О, да-да-да, хорошая идея. Да. Отлично выглядишь. Спасибо, малыш. Блин, тут вообще не видно, что на фоне. Да. А, дружище, можешь сделать фотографию меня и моей девушки? Без проблем, конечно. Спасибо. Спасибо, мужик. Окей. Ну, помни, она главная звезда. Раз, два, три. Вы, ребята, очень класс получились. Правда, покажи. Смотрите. О, мы там такие милые. Да, отлично. Спасибо вам большое, очень. Давайте еще одну попробуем сделать. Я другую опцию включу. Один. Все нормально. Два. Вау. Посмотрим. Попробуем отсюда. Мы, наверное, хотели фото попроще. Да, ничего сложного. Можешь чуть голову наклонить, чтобы двойного подбородка не было видно. Ты мою девушку толстой назвал? Ниже, 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 ниже. Да, да, да. Наверное, хватит. Я знаю, как сделать фотку еще интересней. Мы сейчас просто палку используем, поняли? Используем палку. Чё? Тянитесь к палке. В смысле, буквально? Тянитесь, тянитесь. Да, да. Да. А вот сейчас постарайтесь не двигаться, я попробую сделать супер широкий кадр. Слушай, не уходи, пожалуйста, далеко с моим телефоном. Чего так заберите? Вернись, пожалуйста. Верни. О боже. Вы такие маленькие рядом с деревом. Здорово. Ладно. Он сейчас покажет, что там фотошоп, но его там нет. Во, зацените. Вау. Ой, здесь что-то будто птицы пролетают. Нам реально, на самом деле, нет, это уже пора идти. Можно я вам последнее фото сделаю? Нам без шуток, надо идти. Последнее фото. Оно все какое-то ненатуральное. Да, отлично, давай. Да, ребят, мы тут! Нам надо больше света. Сейчас у нас будет больше света. Не-не, нам не нужно больше света. Старайтесь поставить как можно больше света. Слушай. Хорошая уже была. Нам реально ехать надо. Быстрее, 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 быстрее. Люди ждут. Посмотрим. Сделай что-нибудь. Что сделаем? Мы сейчас заняты. На посте поправим. Давай на посте поправим. А сейчас освободился, детка, давай. Можешь мне мобилу отдать? Слушайте, давайте последнюю фотографию, окей? Ты мне говорил до этого, что отдашь мне мобильный телефон после прошлой, последней фотографии, окей? Да. Приготовились? Боже. Улыбнитесь. Ха. Так, расстегни рубашку. Отлично, сейчас еще одну, окей? Серьезный вид, серьезный вид. Поменяйтесь. Давайте свет добавим. Отлично, отлично, отлично. О, вы великолепны. Не могу открыть глаза. Ну же, открой глаза. Вау. Да-да-да-да, вот так. Открой, открой, открой. Замри, замри. Отличное фото получилось. Наконец. Вы серьезно? Мы можем идти? Мы отлично поработали. Спасибо. Только гляньте. Реально так хорошо? Да. Отлично. А вот эта фотка. Очень красивая. Да. Спасибо очень вам хорошая. Большое. Короче, я подумал, раз я сделал с вами хорошую фотографию, может, сделаем фотографию вместе? Нет! Ты уже давно сделал фотографию, которая нам нужна была с самого начала. С нас хватит. Мы время впустую тратим. Ты хреновый фотограф. Я хотел быть фотографом всю свою жизнь. Мой отец был фотографом. Последний раз я увидел, когда он фотографировал меня в Гранд-Каньоне. Он шел назад и не видел уступ. И упал с горы. И последнее, что он мне сказал, давай еще одну сделаем. А потом он умер. Давай сделаем вместе фотку. Правда? Да. Давай, дружище. Вставай в середину. Спасибо. Давай еще одну. Сделаем. Так. Слушай, тут вообще не видно, что на фоне. Слушай, давай. Сэр, вы не могли бы нас фотографировать? Так, раз, два, три. Отлично. Куда он? Ну, он, наверное, хочет еще фотку сделать. Нет, он твой телефон украл. Поймай его. Поэтому я не даю свой телефон незнакомцам. А перевел и озвучил виски. Ага.